Коллеги, добрый день, Центр культуры Витебск. Сегодня главная задача администрации была такая, чтобы не вы делали себе праздник, а мы подготовили максимально его вам. Поэтому хотелось еще раз всех вас поприветствовать и поздравить вас с наступающим Днем работника культуры Республики Беларусь. Дорогие друзья, оценку можно дать как зрителю, да, не как губернатору, как зритель, как житель города Витебска. И, наверное, оценка самая высокая. И за такой подход и за такую вашу работу вам огромное спасибо. Вы реально большие молодцы, и именно благодаря вам Витебск звучит во всем мире. Спасибо и с праздником вас. Праздником! Желаем вам еще 100 лет прожить с ним.